Привет! Я Казака Салая, город Степногорск. Как и обещала, я назначила вам всем встречу здесь 20 июня 2020 года. Это мой субботаж. Приходите. Я приходила 13-го, прихожу 20-го, буду 27-го. Все, кто переживает за Казахстан, переживает за свой город, переживает за своих детей, за будущее, приходите, я жду каждую субботу в 19:00. Вот тут вот, около торгового центра «Сибирь». Я с вами. Я буду приходить. Я буду ждать, когда нас будет много. Приходите. Если хотите что-то изменить в своей жизни, приходите. Будет музыка, будут маски, будут флажки и будет хорошее настроение. Но мне одно и скучно. Приходите.